Я вам хочу представити зараз гостей нашої студії. Це учасники благодійної акції і спортсмени Сергій Письмиченко і Максим Попенко. Доброго вам ранку. Доброго. Ви представляєте зараз у нашій студії не тільки спортивне життя нашого міста, хоча доволі успішно, а прийшли поговорити зовсім на іншу тему. Ви учасники благодійної акції, яка називається «Посмішка дитини у кожному серці». Розкажіть, будь ласка, що це за акція? Ну, це акція, ми зібралися з друзями, вирішили, що треба щось робити в нашому місті, да? И съездили в Николаевскую областную больницу, в онкогематологическое отделение. И до там, дитячу, так? Да, к деткам. И решили, что ну, надо как-то помочь. Чем вас вразила эта поездка? Ну, тем, что, что вы побачили? Аппараты еще 80-х, 90-х годов до сих пор ими делают операции деткам. Ну, там не то, что там какое-то плохое положение, но хотели помочь. Они поводили нас, того аппарата нет, этот бы хотели. И где-то насчитали на 260 тысяч. Мы хотели бы всех жителей Николаева попросить подключиться к этой акции. Мы уже собрали более 120 тысяч гривен. Нам осталось немножко, можно так сказать. Вот. И где-то через 2 месяца мы хотим это все подарить этой больнице. Помимо этого, почему называется проект «Посмешка дитини в кожному серці»? Мы еще делаем 4 проекта. Это съездить в дома, интернаты. В частности, вчера мы были в интернате психологической допомоги детям с нашими стоматологами Николаева. Они показывали деткам, как правильно ухаживать за зубками. Были еще в интернате, делали малюнок. Все остаются с улыбками, всегда. Но вот в будущем еще мы поедем, мы сделаем футбол. Вот Сергей будет проводить эту. И еще один у нас последний проект – поехать к деткам ДЦП с аниматорами, тоже оставить улыбку в кожному сердце. Да, да, мы просто хотим не только, ну, скажем так, деньгами помогать детям, но еще и духовно показывать им, ну, приезжать и дарить им улыбки. Вот, к примеру, рисунки, которые детки рисовали, мы планируем сделать такую ярмарку продажи этих рисунков, чтобы люди приходили, покупали рисунки, и собранные деньги мы полностью перенаправим на покупку этого оборудования. И таким образом покажем то, что дети, которые, ну, не безразличны своим участием, тоже принимают участие и таким образом помогают. Вот вы говорите, мы, это же не вы у двух, у вас уже целое объединение, да, таких небайдужих граждан, которые берутся за справу якусь и доводят ее до конца. Это происходит на платформе громадской организации ГДЛ, город для людей. Они уже сделали некоторые проекты, как, допустим, Патона наш на Нижнем Бальне. Там сделали просто великолепный, тоже люди собрали денег и просто реставрировали, украсили это. Последний их проект был, это Вити Кобра и Шури Хоменко в парке, они поставили новую спортивную площадку. Да. Да? Мы, решили, да, мы решили сделать вот такой вот деткам более как бы острый вопрос. Называемся мы LP4, лидерский проект. Как. Вот уже, хорошая... Мы четвертый, да, уже проект. Это четвертый, да, проект на самом это деле. Это неравнодушные люди, которые просто это делают от себя, вот, завлекают других людей неравнодушных к этому. И многие откликнулись, нам это очень приятно, потому что, ну, много людей откликнулось. Ви знаєте, приходять люди і просять допомогти, але досвід підказує, що не всім можна довіряти. От хто у вашій організації, чи можна довіряти ось таким людям і свої кошти, і віддавати свою довіру, і свої добре ставлення? Смотрите, у нас є конкретно бухгалтер нашої організації, который есть без нальной, счет его можно посмотреть, нальная карточка, есть в Фейсбуке LP4, это все можно смотреть, и смотреть, там расписаны фамилии, кто сколько дал, никуда денежки вообще не уходят, мы эти деньги полностью собираем, и эта громадская организация, так как она неприбыльная, она будет отдавать на баланс больнице полностью все эти аппараты, за этим можно проследить, можно прийти с нами подарить. Я заходила на сайт вашої організації, у її складі доволі цікаві особистості, да. І дуже мене трошечки здивувало, що спортсмени і лікарі. От якесь таке цікаве об'єднання. Є і представники інших професій. Що вас об'єднало? Ну, ми в першу чергу всі друзі. І друзі друзів. Поэтому это те люди, которые хотят что-то менять в нашем городе, хотят это делать безкорыстно, без там пиара какого-то личностного. Вот просто
увидели проекты бывших ЛПшников и решили, что бы нам не сделать, да, нашему городу просто безвозмездно. И вот да, как-то так собрались. Ни под каким патронатом, потому что многие люди хотят зайти к нам, есть такие предложения, вот давайте мы зайдем, но вы скажите, что это именно мы дали денег. Да. Мы говорим, вы можете дать деньги, любые, это не имеет значения, но здесь о вас конкретно не будет никаких разговоров. Мы хотим, чтобы люди, ну, как-то начали думать о том, что можно все-таки поменять что-то самому, дать 50 гривен и поучаствовать, ну, в каких-то крутых переменах, вот как-то так, чтобы да. расшевелить людей. И, в принципе, людям это не хватает. Мы берем, конечно, немножко своим доверием. Многие нас знают, ну, знают, кто мы, знают, что мы порядочные ребята. Вот мне даже звонили, говорят, Серега, ну, если это вы просите, то, конечно, мы только за, потому что другому мы бы никому не поверили. Поэтому это тоже играет немалую роль, и мы не хотели бы испортить, ну, свою репутацию. Да, свою репутацию, все верно. Також. Як долучитися до ваших проєктів і до вашої організації? Все очень просто. Заходите на Facebook LP4, там наши контакты все есть. Не знаю, как еще. Мы еще запустим бигборды. У нас скринки будут. Скринки будут, да. Мы хотим всякие еще проекты дальше. Вот за 2 месяца собрать максимум. Даже если будет излишек денег, мы что-то потратим опять же в эту больницу. Ну, излишка не будет, потому что мы планируем продолжать делать это дальше, собирать еще деньги и помогать, ну, все-таки будем направленно помогать детской Николаевской больнице. Потому что на это ужасно смотреть, это да. крайне неприятно. Людям это больно. И, ну, мы считаем, что это то, что действительно нужно делать, и таким образом поменять хоть как-то положение в нашей, скажем так, сложной ситуации. Хочешь сделать добро, сделай сам. Конечно, да. Да. Да, мы хотим, чтобы люди перестали быть, ну, жертвами обстоятельств, чтобы они могли, ну, понимали, что они сами могут что-то изменить. Не обязательно что-то ждать от депутатов или, ну, от чего-то там, от страны, от нашей. Давайте сами попробуем это сделать изнутри. Все привыкли говорить о том, что рыба гниет с головы. Давайте как-то менять уже эти шаблоны, попробуем сами что-то поменять. Да. На самом деле, это, я думаю, что это возможно. Это не тяжело. И 50 гривен, 100, это тоже деньги, они тоже помогают. Потому что очень много людей откликнулось. Сегодня смотрели наши записи. Был человек, который дал 20 гривен. Но он помог, он реально, это приятно, что люди откликаются. И самое, ну, обидное в том, что люди, имея большие деньги, не дают даже 20 гривен. А люди, имея небольшие деньги, дают 200 гривен. Ну... У нас даже был человек, который говорит, давайте я вам куплю все оборудование. Да. Но как бы это буду я, мы не друг, подарите. Нет. Ты можешь перечислить деньги, посмотреть, где мы покупаем. Все будет по безналу, все будет четко. Ты посмотришь это дело, но там тебя имени конкретного не будет. Будет вот, вот, ну, как-то у так. вас зараз є можливість звернутися до кожного із наших глядачів, подивитися людям в очі і сказати все, що у вас на душі. Прошу. Сереж. Ребята, давайте включаться, давайте будем вместе, давайте объединяться и что-то менять в нашем городе, менять в нашей стране и менять в нашей жизни. Да, давайте меняться сами, потому что детки, это такой вопрос, это может коснуться каждого. Это небольшое вложение, любые деньги помогут, и все на самом деле начнется от нас. Как мы будем что-то делать, на нас будут смотреть люди тоже будут меняться. Я думаю, наш город будет лучший в Украине, мне так что-то кажется. Начнем с себя, давайте. Дякую вам. Ось ці хлопці зараз пропонують змінювати не тільки себе, своє життя, а й допомагати іншим. Ми їм вдячні за це.